Вот овечек пасут. Быки роют. Наши, где мы вчера бульдозер был. Вот он выглядывает. Еще. Они любят рогами ковырять это. Вот и пусть тут ковыряют. Вот этот порос. Недовольный, смотрит. Кучерявый. Ну, пастушка Василиса. Все. Это тут возвышение. И они подходят и рога чешут. Некоторые не знают, что они любят это. Видишь, какая морда вся у него. Вот. На той стороне там бульдозер наш. Вот как это выглядит издалека. Пруд этот наш. Какая серьезная физиономия. Но тебя все боятся. Ух ты какой. Ну. Не надо. Это ребята. Даже овечки там с ними. Это лог. Остатки после потопа Ноева. Их коров не надо допускать, Василиса, до этого вот бугра вот здесь. Они все расковыривают, а там сетка падает, тогда залазят. А выходить им некуда. И они тут ноги поломают. Высота высокая, он просто кверх ногами корова встанет. Мимо прогоняйте, на пляж не загоняйте. Вчера думал, кто там Лена, как она их распустила. И они заходят, и дальше они с берега начинают опускаться. Там купание, они берег обрушивают. Пляж весь загаженный. Нам зачем это? Трава ночью везде хорошая. И гонять далеко не надо. И все. Буквально переполнено соками. Вот вчера мы хотели здесь переехать трактором. Вон там, где теленок красный идет. Но шофер попробовал, тонет. Иначе отсюда не вытащить через месяц трактор. Давай-ка, я говорю, через деревню поехали обратно. Вот такое дело. Тебе нравится пасти? Или нет? У Сепфора, то у Моисея, это дочери-то пасли. Они там пасли и наткнулись на Моисея. Это Иофор, там у них священник-то был. Так, показать надо, как у нас тут. Это мы на лагерном пруду. Я пошел специально снять. Там далеко храм, видать. Я не знаю, где его тут искать. То ли где-то здесь. Какой режиссер-то. Вот он храм где. Вот он. Среди деревьев. И вот здесь я спускаюсь пониже. По трошкам это вот цикорий синенький растет. Вот как мы, какая плетень. Так они плетень, просто воткнуты тычинки и сухая былинка. Как оно может держать трактор 17 тонн? Поэтому очень большой опасности подвергался и бульдозерист. Вот оно почти отвесно стоит, как бы естественный склон был. Вот я стою, это примерно выше меня еще метра на два. Вот такая глубокая, с той стороны должна быть озеро-то.
пруд. Но этого нет. Там заилило наполовину. Вот так. Вот поворачиваюсь сейчас здесь. Вон она где Василиса погнала. Это наши пастушки. Вот Потеряевка на новом месте. Поселение. Говорят, 21 000 поселений таких еще ждут энтузиастов.